Хасидахарский сельсовет готовится выбрать главу муниципального образования. Голосование пройдет 14 декабря. Дату определили местные депутаты. Кстати, выборы станут досрочными. Ранее пост главы муниципального образования занимала Елена Цевко. Но в апреле этого года на внеочередной сессии местных депутатов под руководством представителя прокуратуры женщину освободили от должности. Тогда ее заподозрили в нарушении законодательства и коррупции. В настоящее время обязанности главы Хасидахарского сельсовета исполняет Галина Филиппова. Напомним, административным центром муниципального образования является поселок Харута. 20 октября решением сессии Совета депутатов было принято данное решение о назначении досрочных поборов. На сегодняшний день работа комиссии ведется, и граждане, желающие, выдвигают свою кандидатуру. Через сколько дней будут известны результаты? Где будут подсчитывать вообще их? А на следующий день будет уже все известно. Даже в этот же день. До 8 часов комиссия работает, потом она закрывается, и, соответственно, ведется отчет голоса.